наш центр детки приходят с определенными проблемами, такие как неусидчивость, нет концентрации внимания, плохая память. Эти проблемы очень хорошо решает ментальная арифметика. На наших уроках мы очень сконцентрированы при счете. Мы постоянно запоминаем числа, которые пробегают, да, в примере. Дети усидчивые, вырабатываем фотографическую память. Увеличивается скорость выполнения операций. Дети даже выполняют 2 действия, 3 действия одновременно. Непосредственно этому мы обучаем на наших уроках. Как тебя зовут? Меня Платон. Ага, тебя? Гоша. Гоша, у вас? Вика. Вика? Андрей. Андрей и? Илюша. Илюша. Сколько вы занимаетесь ментальной арифметикой? Очень много. Очень много. 6 месяцев. -3. +1. +1. +1. -6. -3. +2. -2. +8. -7. -1. +2. Давайте. То, что я вижу на уроках, как дети прогрессируют с каждой неделей, с каждым месяцем, у них получается все быстрее считать, как на абакусе, так и ментально. Но кроме этого, конечно же, и родители. Родители отмечают успехи детей, прогресс. Те дети, которые ходят в школу, у них получается улучшить свои результаты как в математике, так и по другим школьным предметам. А детки, которые еще не ходят в школу, родители тоже с удовольствием говорят о том, что вот наши детки до того, как попали к вам на ментальную арифметику, еще там не умели складывать там 2 плюс 7, а сейчас они делают это с такой легкостью, с такой быстротой. В общем, видны результаты, и родители очень довольны. Чем полезна ментальная арифметика? Зачем вы изучаете ментальную арифметику? Чтобы умным стать, чтобы потом пойти на Олимпиаду. Полушарию там. Чтобы потом пойти на Олимпиаду. Так, отлично. Очень, вы что думаете, ребята? Зачем изучаете ментальную арифметику? Чем она вам помогает? Потому что считать можно. Чтобы можно стать умным. Ага, хорошо. И очень хороший. -2. -10. +1. +25. +8. +19. 0, да? Мы всех приглашаем на бесплатное пробное занятие в нашем центре. Занятие длится недолго, примерно 30-40 минут. И как раз мы родителям очень подробно на занятии рассказываем, что такое ментальная арифметика, для чего она нужна детям, как сам процесс обучения осуществляется в нашем центре. Если хотите, чтобы ваш ребенок научился считать, чтобы научился быстро учить стихи, чтобы моментально усваивал новые темы в школе, пожалуйста, приходите на наши уроки ментальной арифметики.